Новый год придумал Петр Первый. Новый год – это праздник, который отмечают и люди. Они наряжают елку, выходят на улицу, стреляют фейерверки. Счастье! И Дед Мороз всем подарки приносит. Нам только подарил шоколадки всякие такое. А я хотел машинку. Праздник зимы, он наступает 1 января. Дед Мороз дарит всем подарки и наряжает елку. Люди на Новый год счастливы, потому что снежинки падают, Новый год. Новый год – это праздник, когда все празднуют. Мы наряжаем елку, включаем салют, и это Новый год. Самое классное мероприятие. Там все любят Новый год. Мы встречаем Новый год, потому что мы хотим подарки. Да, Дед Мороз дарит подарки, чтобы детям дарить радость. Дед Мороз хороший человек. Он дарит подарки детям. Он доставляет их всего за одну ночь. Родители уверяют, что он есть, но я сам не верю в него. Нам не дает подарки, это просто наши родители. Они просто бороду надевают и все. Всем же понятно, что ночью под елку родители сами ложат подарки. Все приходят к нам домой, кто-нибудь одевает маску или еще что-нибудь Дед Мороза и дарит нам подарки. Я хочу робота. Мой младший братик хочет коллекцию машинок, а моя сестрёнка хочет мягкую игрушку. Я заказала Lego Friends. Там лошади, два лошадей, одна нянечка и Мия. Я очень люблю играть на гитаре, на скрипке, на пианине. Вот. Что ты попросила у Деда Мороза? Скрипку. Новый год мне нравится, а вот Дед Мороза не существует, и мне немного грустно, когда Дед Мороза не существует. Очень красивые песни пою на Новый год. На-на-на-на-на-на-на-на. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Что такое Новый год? Скоро он уже придет. Шумный, добрый и веселый, шубе снежи тяжелой. Скоро-скоро Новый год, Дед Мороз ко мне придет. С белоснежной бородой, в шубе теплой меховой. В двери Новый год стучится, Дед Мороз там гостем мчится. В небе праздничный салют и часы 12 бьют. Он по гору проходил, бусы елку налил. И все? Да. Это о ком стих? О Деде Морозе. Новый год, очень классный и веселый Новый год. Веселый Дед Мороз приходит своим мешком с подарками. А ты знаешь эту песню? Я сама придумала.